Либо шутит. Это шутки, блядь. Ладно, все, шутки сейчас в прошлом. Посмотрим, как его фланг будет развивать, и будет шутить. Я хотел отшутиться на этом. Здравствуйте, на табло пока нули, но мы уверены, что через 90 минут... Блядь, охуеть, товарка работает. Да, три месяца прошло, охуеть. Праздник, праздник, коллега Черданцев, да. Георгий, а вместе с ним и я, Генич Константин, ожидаем сегодня парад голов. Агуэро. Ван Персон. Может получиться хорошо. Интересная атака. Вперед. Нет. Он мяч тащит. Нужно забивать. Тащил. Давай. Один удар, но может быть и второй. Классно как пробил. Зряче. Неудобная была позиция для удара, но мяч. Блять, немного до свора не долетел. Ладно, прессингуем, ребят, главное прессинговать и все. Жером. Пока неплохо. Отлично, молодец. Будут сбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Их вот когда на чужой плане прессингуем, их выдавливают надо немножко. То получается, мы впереди бежим, группа, а сзади на месте стоит. Разрыв между линиями большой. Только прессинг топ нет. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Навешивает. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Тихо зацепил он мяч. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Ладно. Проходит эта передача, может быть опасно. Бля, там мне хотел вообще на свет. Да я так и понял, я там не ожидал. Мяч за боковой линией. Ну я их припугнул. Играем, давайте. Ван Перси. Ну, вот. Там... А я, видимо, там лучше. Выходим? Да, выходим, конечно. Ван Перси. Посмотрим за этой атакой. Хорош. Ебать. Да, блядь, да что это за... Арбитр пока не торопится доставать предупреждение. Я в стенке. Дальнюю смотрите. Где будет либо разыгрыш, либо подача прямая. Дальнюю смотрите. Забирает мяч голкипер. Нельзя тут заигрываться, нужно сыграть проще и надежнее. На левом. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Это может быть опасно. Отлично. Компании. Хорош, молодец. Пас на ход, может быть интересно. Проходит передача, что хорош. Он придумает. Просто, блядь, я тебя обожаю, пацан. Интересно, как главное, что после этого ничего гола. Не помогает. И вряд ли он станет последним я в этой встрече. Делал такую авантюру небольшую, но... И центр, да, пас на ход. Да. Защитники решили отдать просто своего вратаря на съедение соперника. Ну, здесь нельзя все-таки не отметить высокое индивидуальное мастерство нападающего. Любит забегать. Отлично сыграно, да. Надо решать. Жера. Попытка с дистанции, да. Неудачно. Мне надо было с ним плотнее сыграть. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. На схеме цвета похоже, к сожалению. Жера. Пересек мяч в боковую линию. Агуэро. Как-то так. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Ван Перси. Хорош, Сэм. Теперь в атаке соперник.
Игра остановлена. Штрафной. Само собой. Четвертый раз уже, по-моему. Чем там упал? Флэш толкается. Вот по этой линии. Да, я бегу. По этой линии. Ван Персен. Агуэро. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Хорош. Тут защита справляется с потерей мяча. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Неплохой был пас, но соперник мяч передачу прочитал. Ну да, у тебя там он скачал. Хорош. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распределить мячом. Он с ним плотнее сыграл, ты должен был сам идти. Давайте еще раз посмотрим, как был забит мяч, который вывел команду вперед. Не успел оторваться от него. Вот мяча из боковой, в такой близости от штрафной. Могу штрафную попробовать? Очень опасен. Пробуй. Ну пробуй, пробуй. Это... Блять, просто подарил он мяч сопернику. Тут просто их надо перезаливать, выдавливать их. Все, смотри, они тут, видишь. Хорош. Это может быть опасная атака. И это удар. Блять. А вот Жока, по-моему, можно было. Ладно. Ну, сори. Штрафной подачи есть там кому сыграть. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Ах, сильно. Кавани. Атака остановлена, но... Ой, ну заебали. Я у него отобрал, он потом еще... Решение очевидное, и судья может показать карточку. Я уж думал опять, но... Ну. Так, это уже интересно. Желтую карточку получает один из ключевых игроков команды. Что же теперь его менять? Я открыт. Нет, но я не думаю, что тренер рискнет. Забрать его. Забрать его. Он не надо, он его закроет сейчас. Но попадать у себя на шарашку игрок ключевой действительно, наверное, не будет. Ну да, свистят болельщики хозяев, не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Отличное спасение, отбил мяч вратарь. Микрофон мьютен. Нет, понятно. Он же ведет мяч, и с этого защита голового может появиться. Забить второй. Так, чё? Кто еще там у нас? Банжок. Давай разыграем, давай разыграем. И решили разыграть побыстрее угловой. Навешивает штрафную, есть там кому сыграть. Здорово сыграл оборону, удалось блокировать удар. Почти, почти. Мяч уходит на угловой. Да, почти, да. Давай ближе теперь. Или нет, давай, подожди. Давай ближе. И в центр штрафной, мяч летит от углового флага. Навес в центр штрафной. И выносится мяч из штрафной. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Контратака продолжается. Хорош, да. Здесь он попадает под прессинг. Долго очень. Джерард. Удар! Блин. Ну, ребята, не глянь. Отлетает мяч от штанги в ворота. Гол! Там сплэш надо было отдать. Перетянул. Вратарь как будто пытался угадать, в какую сторону полетит мяч. И штанга, друг вратаря, его тоже не выручила. Надо было ее перед свистком хоть погладить или поцеловать, как это делает голкипер Артем Ребров. Сейчас она явно сыграла за команду соперника. Это может быть опасно. Ах, блин, сорян. Надежно играет защитник, как атака хотел, прервана. Да. Точный пас, он сегодня почти не ошибается. На перерыв. Ни одного удара в сторону. В какой процент владения, блядь? Давайте, пацаны, вы чё там поджались-то, блядь? Нормально, давайте их выиграем. Так же, надо прессинговать их. Больше, да.
Я не знаю, ну прессинговать, да, но проще играть, там, не знаю, впереди. Сейчас играли, открывались до клуба. Вот так же нужно играть. Нужно играть лучше, нужно прессинговать лучше. Если их запрессинговать еще жестче, то они будут теряться вообще. Еще больше. И это видно на самом деле по игре. Смотрите, просто если фланги будут прессовать, могут уйти с центра. Футбол на Энфилде, едем дальше. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Да, ниже играть, куда ты прессингуешь? Джера. Мяч будет введен из аута. Я ему говорил, что крайком опасно. Сдерживание, но не при. Тут силовая борьба. Это может быть опасно. И подает штрафную. Мяч в штрафной еще. Может быть опасно. Вот это удар. Очень-очень опасно. Посмотрим, останется опасно, ли он да. Таким же после розыгрыша вот этого углового. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Штрафную подачи, и есть там кому сыграть. И вратарь забирает этот мяч. Хороший по задумке пас. Блин, пас, блядь. Удар, твою мать, блядь. Офсайд, нет. Да, это ты зря, конечно. Я сначала, короче, пас отдал. Че, ты поебался. Пиздец, блядь. Ван Перси. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Блестящий пас на партнёру. Ох, колено. Передача может быть опасна. Бля, да хорош вздыхать это, блядь, так напрягает, отвечаю. Давайте проще. Неплохо линию был держим, пас, ребят. Но соперник эту передачу прочитал. Один опускается и там кузов дыра. Отлично сыграно, надо решать. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Штрафной ставит судья. Очень грубый подкат. Игры в мяче близко не было. Ну как было в такой ситуации не зафиксировать фол? Очень опасно. Пока. В подборе там встаньтесь. Мяч летит точно. Блять, всех прям хорошо летел. Ждем угловой. Прям ослепляет дорогу. Так, что, разыграем ближе, что делаем? Давай разыграй. Решили коротким пасом разыграть, а тут угловой они. Какой удар! Отличный момент! Но оборона на высоте. Хорошее спасение. Ловить мяч не стал, просто отбил подальше от ворот. Это угловой. Да, без наближку. И в центр штрафной мяч, блядь, летит от углового флага. Ушел мяч. Как вот так они гол выиграют, блядь. Джерард. Кавани. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И разрезающий пас на ход. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Это довольно мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Джерард. Агуэр. Можно провести контратаку. У нас происходит странно. Авантюра у нас какая-то идет просто. Если они как нет, мы катают, дай мяч обратно. Прошла передача, можно выходить к воротам. И это нет, забить. Блядь. Забивают они. Ближе, никто никого не держит. Плотнее. А ты куда там выскочил? Плотнее.
легко выскочил позицию. Какое-то невнятное где-то действие в обороне, и вот, пожалуйста, как результат — гол. Да, защитники оказались совершенно не готовы к такому молниеносному выпаду. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Может получиться интересная атака. Быстрее чуть, я просто держал у тебя вновь пас. Быстрее. Бардзали. Такими действиями игру не обострить. Это может быть опасная атака. А вот это удар! Да, не будет по угловой, поможет ли ему забить такой нужный гол. Народу, поди. Давай, бежим. В центр штрафной мяч направлен. И мяч в руках у голкипера. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Тут его прижал. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Короче, за любое касание надо штрафную сразу ставить. Хозяева выигрывают, а игроки, болельщики, гостей все чаще обращают внимание арбитра на затяжки времени. Но это абсолютно ожидаемо и логично. Хозяевам спешить некуда. Им нужно сохранить преимущество до конца матча. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, по, либо блин, пропал. По флангу поэтому сильно, эмоции блин, и бьют через край. По флангу сильно. Много еще играть. 10 минут. Да, рисануть. Над входом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Отлично сыграно, надо решать. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Мированный, короче. Тут все очевидно. Будет штрафной. Так что, сближим, разыграем? Один из СЗшников не пойдет. Они не выходят. У него... Сближим, а, выходит. Разыграем, короче. Да, тебе даю. Да, да. Компании. Пока неплохо. Не доходя до штрафной, подача. Хороший вынос мяча из штрафной. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Ой-ой-ой, ну ты, конечно, тут думал. Три минуты до конца основного времени. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Компани. Блять, то что он три стал... минуты добавлено к основному времени. Джером. Похоже, что лучшего момента для того, чтобы вырвать ничью, может уже и не быть. Дембеле. Шанс-то был хороший, а? Согласитесь, обидно такой загубить в последний момент. Давай сильно нас слышим. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. И матч завершен. Да, впредь лучше играть матч там. Очень неприятное поражение. Казалось бы, полпути уже пройден. И на тебе, можно уже готовиться к вылету. Ну, похуже, чем предыдущий. Типа, соперники были слабы. Вратарь тащил, все, 10 сейв. Не докатывали до конца, там, блин, били, когда можно было реально выкатить, не знаю, в штрафную, к вратарю туда, в маленькую. Били за штрафной большой. Понятное дело, что там киперу гораздо легче взять эти удары.
реально не доигрывают. Такое ощущение, что все хотели очень сильно взять динибол. Перед этим по 5 мячей позабивали и все. Первый гол, вот я смотрю, блядь, это, конечно, тоже. Да. Они через центр нас, конечно, полностью переиграли, еще пас прошел через защитников, и все, пиздец. Мне реально это... было ощущение, что каждый играет на свою стату, типа, блин, я забью. Тупо не докатывай, жадничай очень сильно.